Хо-хо-хо, ребятки! Добро пожаловать на мой канал, я рад вас приветствовать сегодня здесь. У нас обзорчик новой игры под названием The Vagrant, и это обзор и прохождение на данную игру. Давайте посмотрим, что это за игра, что она из себя представляет. К сожалению, русского языка в ней нету, игра находится на стадии разработки. А все текстовые диалоги я буду, естественно, пропускать, а вот саму игру проходить мы будем. Поэтому я надеюсь, вам игра понравится. Точно так же, как и мне. Хорошо, что у нас здесь есть? Да. Так. Хорошо, это нам все пока что не понадобится, поэтому отсюда можно просто выходить. Так, давайте выйдем на улицу, посмотрим на мир. Хрена себе у нее доки. Я ее убить не могу. Так, хорошо. Бессмысленный текст, бессмысленный диалог. Можно разбивать, отлично. В другие комнаты заходить нельзя, игрушка чисто 2D-шная, соответственно, никаких вращениях, переходах или чему-то подобному и речи идти не может. Так, можем ли мы сюда пройти? Нет. Хорошо, давайте сходим в другую сторону, посмотрим, там что-то явно было. Мне нравится концепт 2D-шных игр, на самом-то деле их выходит не так много, и хотелось бы увидеть хороших, годных игр гораздо больше, чем имеется. Так, что это за мужик? Так, ну пока что мы просто бродим, ничего толкового мы не находим. Так, хорошо, это сохранение в виде надгробия, которое появляется здесь. Весьма неплохо, весьма интересно, как по мне. Довольно-таки необычно. Ни с кем файтиться я пока что не могу. Так, вот эту хрюшку, я думаю, я могу убить. В принципе, я этим и займусь, хорошо. Выходим с помещения. Да. Можно подняться куда-то в поля вверх. Давайте посмотрим, что есть здесь. Так. Птишку я убил. Никаких заданий пока что. Все какие-то странные люди. Они особо не говорящие, как вы видите. Диалоги никто вести не хочет. Поэтому просто пока идем дальше. Так. Кабасик на меня хотел напасть. Но я с легкостью отбил его атаку. По предыстории, ребят, я разбился, потерпел кораблекрушение на самом-то деле, и меня выбросило на остров. Игра связана с нечистью, на корабль мой напала нечисть, это были мертвые души скелетов, в итоге я с ними, естественно, разобрался. Так, здесь все. И мне пришлось потерпеть кораблекрушение, после чего я вот оказался на этом острове, или что это, я пока что толком не знаю, но предполагаю, что да, это какой-то остров, какая-то земля, на которую меня выбросило. Что будет здесь, я не знаю, но надеюсь, я и дальше куриц не буду убивать, потому что перспектив в этом не особо много. Так, вроде как я успел словить курицу, но что-то эта курица слишком читерная, она особо не умирает. Ну, как бы, в принципе, вы сами это видите. А я предполагаю, что курицу просто убить нельзя. Почему? Без понятия. Хорошо, идем дальше, посмотрим, что в этой стороне есть еще интересного. Так, ну вот видите, эту курицу убивать нельзя. Почему это так, я не знаю. Довольно красивые прорисованные персонажи. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Так. Хорошо. Пошли обратно, здесь все. Да, реально, какие-то все странные, ни у кого нету пока никаких квестов, ничего подобного. Пока просто бродим, изучаем мир, смотрим, что здесь есть. Пока ничего интересного, в принципе, я не нашел, как по мне. Но я думаю, что-то рано или поздно должно произойти. Так, хорошо, это девчонка, которую я спас. Так, пошли дальше, посмотрим, что есть здесь. Переходим в следующую локацию. Мне нужно просто выйти с города, мне кажется, почему-то. И тогда там я смогу найти уже что-то интересное.
Потому что здесь пока что нету ничего. Мы крушим бревна, камни, убиваем куриц, свиней. Так, но это явно не мой предел. Вот здесь сейчас волк, это уже посерьезнее, мне кажется. Так, я, конечно же, могу ошибаться, но... Надеюсь, что это действительно гораздо... Оп, еще один. Хорошо. Так, продолжаю свою атаку. Главное делать постоянные атаки. И чем больше атак идет одновременно, тем это, конечно же, качественнее. Так, это какая-то крыса-переросток, что ли? Хорошо. Справляюсь. Так, ну вот здесь уже начинается веселье. Начинается интересности. Игра немного даже, я бы сказал, анимешная. Ну, то есть вы там можете заметить. Я думаю, те, кто любит аниме, оценят. Озвучка мне очень сильно напоминает аниме, например. Поэтому что-то, как по мне, в этом есть. Хорошо, убиваем крысу. Так. И убиваем волка. Хорошо. В игре, я думаю, еще много чего есть. В игре есть крафт, точно. Больше профессий есть на самом-то деле, чем кажется. Так, мы вышли с этой локации, по-моему, надо было обратно идти. Не знаю, мне кажется, я сейчас иду обратно в город, и я этого не хочу. Поэтому я пойду назад и хочу полностью дойти до конца той локации. Так, стоп, там что-то мне показывалось? Или... Да, смотри. Так, хорошо, пошли по лесу. Так, еще бы немного, и меня атаковало бы. Поэтому надо быть немного аккуратнее. Хорошо. Но обычные атаки у меня довольно слабые, поэтому я на них сильно не рассчитываю. А на остальные надо мана. Требования к мане тоже высокие. Это кристаллы, которые мы находим. А их не так много падает на самом-то деле. Так, ну вот этот кристалл, это то, что мне надо. Так. Локации перезапускаются каждый раз, когда мы на них входим, я так понимаю. Так, хорошо. Вот здесь уже что-то поинтереснее. Так, давайте посмотрим, что мы можем здесь найти. Это ее перевал. Понимаю, я могу здесь тоже отдохнуть немного и до утра, скорее всего. Так, да, это сохранение новое, хорошо. Отлично. Так, мы сохранили игру. А здесь можно приготовить поесть или же пойти дальше. Ну, в принципе, у меня пока с этим все в порядке. Меня не дамажит пока что, я, в принципе, справляюсь. А не было достойных или сильных соперников каких-то, чтобы я... где-то потерял жизни, поэтому пока что все хорошо. Идем дальше. Так, это какая-то ловушка с двух сторон. На меня нападают. О, черт возьми. Вот, сейчас мне было больно довольно-таки. Я оглушил всех сразу. Попробую зажать их, потому что все-таки хоть и немного, но дамага мне накидали. Это было весьма неприятно. Я пропустил пару ударов, и теперь мне придется потратить еду для того, чтобы восстановить себе здоровье. Так. Хорошо, главное успевать переключаться со стороны в сторону. Так. Я вроде пока что держусь хорошо. Отлично! Последняя крыса, и я справился с этой задачей. Слушайте, молодец. Великолепно. Вот сейчас я справился со всем, но, к сожалению... здоровье само по себе не восстанавливается, это большой минус. Мне это не нравится, это усложняет нам игру. Вот, блин. Много крыс, они очень быстрые. Видишь, что они творят? Они клубки сворачиваются, и я не могу их тогда дамажить, потому что они меня сбивают. Эти почему-то застыли, скорее всего, игра подбажила вот в этот данный момент, потому что, ну, они должны постоянно респавниться и атаковать меня. Ну, так как игра в бета-тестировании, то ей все простительно. Мы все прекрасно понимаем. И я думаю, со временем это все пройдет. Так, хорошо. Люция. Что-то наступило. Ух ты! А у нас тут, кажется, любовь, друзья. Или его убили, или что? Да, по-моему, с него меч торчит.
Мне кажется, его явно убили. Так. Ну что, жаль парня. Давайте найдем того, кто это сделал. И попробуем... А, нет, стоп. А у нас локация... Безвыходная-то. Интересно, я не могу дальше пройти. А почему? Очень странно. Но как вы видите, здесь я не могу пройти, и мне придется возвращаться обратно для того, чтобы решить этот вопрос и узнать, куда мне идти дальше. Ну, ребятки, я думаю, на этом мы закончим. Для первого видеоролика, для обзора игры более чем достаточно. Мы узнали, что это за игра, что она из себя представляет и стоит ли в нее играть. Каждый из вас определился с этим выбором. Всем спасибо, с вами был Борода. До скорых встреч. Пока-пока, друзья.